абсолютно полное отсутствие каких-либо кренов. Эта машина просто, ну, по-сумасшедшему держится за поверхность дороги. Я не говорю там о технологичности, о моторе, о подхвате, о других вещах. Я говорю сейчас исключительно об управляемости. Это вообще другой уровень. У вас должно быть два кошелька. Один кошелек для денег, а второй кошелек чисто для пластиковых карточек, скидочных пластиковых карточек с разных заправок. Отсюда вытекают некоторые сложности с реализацией мощности в этой машине. Но человек, который привык ездить на заднем приводе, это, блин, что-то с чем-то. Это реально... Это кайф. Так, что нам нужно? Сотового тут нету? Нету.